challenge time. И снова всем привет, мы продолжаем Вулканоид или как он там. Сегодня хочу пойти попробовать рейдануть наших товарищей, наверное. Кто-то где-то, он откуда стреляет. Посмотреть, что он из себя представляет. Ну если, конечно, он далековато, это ж оно. А по пути мы все равно еще будем мал-мал добывать всякую полезную штуку. По-моему, самый выгодный вариант. Это просто ждать, пока они выпустят максимально много патронов, начнут когда уже перезаряжаться, прийти и их начать мутузить. Можно хоть ломом это даже делать, мне кажется. Это, конечно, на обратном пути надо было все вот это делать, потому что кто знает, сколько я там всего у них смогу вытащить. Ну тут прям хорошая жила, надо будет запомнить, тут и медь, и... Ну хотя с медью у меня вообще сейчас проблем нету, я там понаплавил, что у меня есть. А вот уголь, сера, да. Так, ну да, я половину уже инвентаря себе так заполнил. Так что пока не будем. Вон. Так, а ты все тоже, да? Ну так, контрольный выстрел, так сказать, в голову. Так, что-то еще дальше. Ох, ладно, пойдем. Так, пол хп у нас еще пока есть, пока нормально. Я что-то пока даже не смотрел, как аптечки делать, мне что-то их пока вполне хватало. О, вон эта шняга, да? Вражеская. Так, а вот теперь, мне кажется, пора. Так, это производственный какой-то, да, модуль? Это не турель. Чтобы мне не хотелось с ней встречаться. Так, насколько я знаю... Что, мне начали... Тихо. Так, как бы и не выяснилось, что птичек я мало взял. Ёб твою за ногу, а чё у вас так много-то? Там и сзади, по-моему, еще, да, кто-то вон. Так, ладно, добываем все, что есть. В любом случае. Так, эфир перезарядился, да, 6 патронов. Прям жопу рвут. Знатно. А, я в этого и стрелял, мучился, а он сдохлый оказался уже. Тебя надо, блин, выпустить. Так, и... О, камера возрождения.
а тут даже никто ничего не производит уже, у них ресурсы, видимо, кончились. Отлично. Защитились. Не знаю, что это за модуль. Тоже какой-то производственный, надо сломать его. Ага, я ломал не его. Ну и ладно. Станция чистки. Сломать. О, еще какие-то модули. Так, я вижу шкафчик. Откуда? О, у тебя басовый модуль, да? Торон-торон такой. Эти таран-таран, торон-торон. Ара-ара, как говорится. Так. Интересно, заберем так шкафчик? О, забрали. Вот это что такое непонятное заберется? Верстак. Ломаем. Так, мне вначале забрать все, что... Регулятор какой-то. I don't know, что это пока еще. Как говорится, не знаю, что это такое, но я тебя заберу. Так, по времени у нас 11 минут. Все нормально, так что мы, в принципе, спокойно добежим назад. И ничего нам за это не будет. Или тут уже все сломано? Станцию производства снесем. Нахрен это надо им? По его бокам и сверху. О! Склад. А тут прям очень вкусненько. Тут куча патронов, чтобы мне не надо было это делать. Пришлось, что у них, по-моему, не было турели. Хотя, может, была? Так, а мне же забирать надо, не надо, ничего. Готово. Так, на всякий случай еще раз нажмем. По бокам и сверху, но я все по бокам вроде бы уничтожила, ну вот. Да, какое-нибудь оружие помощнее бы. Воу! А я не ожидал. Ага, я и без своих вещей. Ну шикарно. Я ж откуда знал, что оно взорвется настолько весело. Или что, мне одного удара достаточно было типа сделать по ней? Или он автоматически взрывается сам, когда все модули уничтожаешь? Ладно, что поделать. О, блин, а там вот товарищи, давайте мы постараемся с ними пока не конфликтовать. Потому что у меня аптечек с собой нету. И пистолета нету. Но они пошли на мой корабль. Ну, как бы их проблемы, потому что у меня там... Какие-никакие турели все-таки стоят. Охрененно, я зашел, наконец-то нашел где-то место по карте. И тут все уже заспаунилось заново. Это вообще нормально, нет? Пришлось даже столкнуться все-таки с товарищами, которые...
были мне не рады, что я тут бегаю. Их было около 4 человек, они были со стволами, а у меня была вот эта только моя верная кирка. Как видите, холодное оружие иногда рулит. Да, ты вот достали. Опять лечиться, блин, пора. О, а это что на пятерочке? Мелкие значки, да вы достали. Так, я предлагаю просто сломать какой-нибудь модуль сбоку и через него и бежать. Так, ну взять со склада все, что возьмется. Откуда ты взялся, приятель? Все, мне уже некуда все это дело складывать. Так, вот отсюда и бежать, 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 потому что сейчас опять прибежит еще больше стая. И еще очень мало осталось времени. Что-то прям жесткий рейд вышел. Голова исследователя. Я не знаю, насколько она нужна, кстати говоря. Есть мне что-нибудь ненужное? У меня есть склад-модуль какой-то. Регулятор. Точно, граната. Ремнабор. Давайте заберем голову на всякий случай. Потому что авось может что-то и полезное быть. Давайте пойдем через этих ребят. У меня 2 минуты, в принципе, я должен успеть. Так, эту штуку могу забрать. Времени прям реально в обрез, смотрите, сейчас. А, у меня нет места. Хорошо. Так, все, бежим. Так, ну хорошо, что они сделали, что можно быстро переключаться, и при этом он, как в некоторых, знаете, играх сделано, что пока ты перезаряжаешься, хрен ты что переключишь, хоть тебя 10 раз там поубивают. Это в какой-то игре не так давно такая херня была, не помню. Это криптонитом зеленым, не знали, это зеленка распылительная. Между тем я предлагаю просто нырять вниз. Все, и спокойно заниматься своими делами. Смотрите, у меня меди. До жопы просто. Так. Давайте смотреть, что это. Серый прям тонна. Давайте всю серу переделаем. Еще вот есть сера.
Она вроде в сыром виде мне не нужна. Так, всякие головы исследователей, все вот это вот. Мне вроде не нужно. Так, давайте теперь смотреть, что нам вообще нужно-то. Во-первых, я смотрю, у нас тут... Да, неплохо так. Побили, где там у меня был набор. Уже начатый. Прям неплохо побили. С другой стороны, мы и катались долго. И на сломанные, смотрите, я ничего ставить не могу. Ну что ж, не могу так не могу. Давайте разберусь тут со всей этой мелочевкой. Так, я изучил какой-то модуль, значит, здесь, по-моему, производства, который требуется, потому что сюда слишком много, если честно, заданий. Вот сюда один модуль какой-то воткнул, не знаю, что это. Оно... Мы это нашли после рейда. Вот здесь, может быть... Твою мать, опять это нажал. А это какой? Главный этот самый... Да, это главный склад. А! Тык-тык. Уголь, уголь, уголь. Весь уголь туда. Остальное пока вот сюда тут складываю. Смотрите, меди просто вот до жопы уже. Так, вот сюда запчасти всякие можно сложить сразу. Здесь тоже всякие порошки, не порошки. Вот. Вообще, у меня откуда-то еще медная руда взялась. Но у меня нету угля. Возьмем один. Растопим. Так, и куда-то модуль этот, она, так понимаю, воткнули, да? Вот сюда, что ли? Ага, наверное. Но так это нет. Модули и медные компоненты. Начальное производство. Или оно уже в смысле есть, и мне надо было просто более лучшую версию сделать? Кресло пилота нету. Давайте просто попробуем какие-нибудь другие штуки. Что это у нас? Содержащие медь и серу. Такой штуки у меня, по-моему, нету. Так, короче, вот эти все, я так понимаю, промежуточные. Вот эти нам нужно делать. Данные очистки. МК-1. Вот это, наверное, да? Ну вот, голова шахтера и уголь. Почему, если голова шахтера у меня с собой? Или есть у меня голова шахтера? Насос есть. А, есть строителя. Ай, ладно, дай мне один. Это просто разными способами, видимо, да, можно один и тот же, одну и ту же штуку сделать. В конечном итоге, например, все равно все в одну уходит. Так, наука. Так, тут еще серный порошок. Давайте тоже возьмем один стачок. Давайте, начальная чистка. О, взрывчатка, данные очистки. Так, ты в очередь поставился или ты перезабил того? Похоже, перезабил. А это данные науки. Ну хорошо, давайте. Давайте все это сделаю и продолжим. В общем, изучил все, что тут было. Начального производства, улучшенная чистка, там наука, простая взрывчатка и
стартовые структуры, такие как пол. Не знаю, теперь у меня полный набор. И вот есть сегмент бурового судна. Как его получить, пока непонятно. Но у нас там несколько раз звонил в колокол капитан, давайте узнаем. А вот удлинить судно, кстати. Установить улучшение сегмент, чтобы сделать судно длиннее. Хорошо, сделаем сейчас, наверное. Вы должны вновь напасть на буровое судно мех. Но в этот раз вы возьмете не только предметы. Нужно будет уничтожить модули и извлечь из них технологии. Одним револьвером вам не обойтись, нужно оружие получше. Сделайте дробовик, больше патронов к нему и много гранат. Когда закончите, мы будем готовы к атаке. Все, я могу теперь же гранаты, да, производить? Так, главный узел, судно, боеприпасы. Так, мощные патроны к револьверу. Iron Bullet кейсинг, но у меня пока нету. Айрона. О, шотка от Туретама. А вот это интересней. Так, это все есть. Расходники нам пока не нужны. Гранаты, медные трубы, медные болты, два пороха. Модули орудийные. Производственные. Так, сейф. Лампа. Перископ. Станция производства. Станция чистки. Всем научным модулям. Верстак у нас есть. Refinery work table. Это ты? Ты ж refinery work table. Или не ты? Да, это ты. И все. Ну и научные. Постройки. Медное окно. Медная лестница. Люк. Медный пол, медная дверь. Так, вопрос. А как нам, собственно, сделать удлинение? Медный бур. Базовые гусеницы, медный корпус. Главный бур, двигатель. Ага. Двигатель 1. Мне, значит, двигатель 2 какой-то надо произвести, я так понимаю. Потому что... У тебя есть что-нибудь такое? Нет. Нету. Но тут все опять же херня какая-то. Вы, может, мне нормальные задания покажете, а не вот это вот все. Пока непонятно. Тут у нас квесты, расходы, улучшения. Расходники, инструменты. Может быть, надо вначале напасть. Что нам нужно? Давайте посмотрим. Медные трубы, медные болты. Медные болты. Медные трубы. Сейчас я еще сделаю медных болтов, наверное. Сколько ты за раз даешь, интересно? Один? Один болт? Один болт из одного этого? Серьезно? Ну давай 5. Так. 20 того. 18 болтов почему-то до сих пор. Готово, да?
20 того, отлично. Теперь нам нужно 40 пороха. А вот это уже много. Серный порошок тебе нужен, давай. Хватит ли нам на все? Опять же серный порошок. Там и серу я, помнится, добыл немножко. Так, ладно, мы продолжаем. Кучу всего тут понаделал. Вот, оставил задание только на то, чтобы вот найти вот эти вот запчасти. И вон тут 300 метров, наверное, оно и есть. Ладно, пойдемте туда. Поэтому тут, видимо, куча всего вот таких вот мини-заданий было. Потому что большая часть-то как бы уже готова, сделана, но... Вот эту штуку я типа до сих пор не нашел, поэтому... Кто? Где? На, вы там месте. Ну ладно. Развлекайтесь. Я в прошлый раз, видимо, и не поднял, наверное, места уже не было как раз. Тут, я думаю, я что-то и взрывчатку, этот, гранаты могу произвести, а этот не могу. Дробовичок. Но тут, похоже, нужно вот это базовое производство какое-то вначале наладить. Псих с киркой, псих с киркой. Я думал, вы все. Тебе вот эту штуку нужно было. Я ж какую-то такую поднимал, по-моему, нет? Так, чё у нас? Ай, ладно, давай. Если подкрасок к ним не получится, наверное. Один, второй. Так ломается моментально из большого куска. Конечно, странновато. Интересно, как они работают, эти роботы. Для парового века они достаточно мощны. Так, пойду угля еще добуду. Сам дурак. Ты по мне или не по мне? Иногда непонятно вообще откуда. Ага. Теперь вижу. Задохлик. Пистолетная турель тебя расстреляла. Не стыдно? Что странно, у меня куча осталось запчастей от гранат. Может быть, они просто не все сделались. Ну, в общем, я себе оставил десяток, там чуть сложил оставшиеся. Все. Готово. Так. Закрываемся на всякий случай. Возьмите медные руды. Ну, давай возьмем медные руды. А, и еще куча говна. Это у вас тут... Че, все, кончилось? Ничего себе.
Хотя, в общем-то, бьют достаточно больно. Вроде все. К меню технологии производства. Данные производства МК-1. А у меня же что-то такое уже было, разве нет? Ну, допустим. 6 медных слитков, хотя мне проще было их просто достать. Неправильно эта штука отображается немного тут. Так, 3 медных болта. Будем делать так, как они пишут, чтобы не было никаких этих неправильностей. И листами одним. 3 тоже. Так. Забрать итем. Забираем итем. Насос со склада. Насос. Все. Вот так нажмите кнопку модули. Производство МК. Подожди, есть что-то такое? Или его и не было? Что-то какая-то дичь. Мне же тут как минимум две орудийные турели, нет? Или я что-то путаю? Или это мне дали Блин, я думал, наверное, что это пистолетное, это дробовичное, поэтому и не обращал внимания. Ну, ставься сюда. Угу, допустим. Ну, такое я у них и видел. У товарищей ботов. И что теперь? Произвести серный порошок. Годится? Медную трубу сделать. Так, ну ладно, тут у меня ее нету. В наличии. Станция производства. А нет ли у меня такой штуки уже? Это станция статистики. А это регулятор. Ладно, станция производства, да, говорите? Станция производства, верстак, снаряжение. Станция производства. И куда-нибудь ее воткнуть, да? Ну, пока давай сюда. Потом еще перенесем. Вначале понять надо, что это. Я под эти шкафы бы каким-нибудь переделал бы вот в эти бы. На самом деле. И вот так вот разместил, а внизу бы вот эту штуку, может быть. Не знаю. Еще пока непонятно. Так, вот, тут куча всего. Для более сложных, да, девайсов. Рычаг какой-то. Iron Bulling Case как раз таки. Ты смотри-ка, куча всего тут. Инструменты. О! Copper Armor. Вот это нужно. Хилинг. Очень странно. Так, медная труба, два медных болта. А, у меня вот тут есть, оказывается, куча всего. Так. А в смысле доступно 0. Производство МК-1 доступно. Установлено. На рабочем складе. Э,
Склад. Ага. А где этот склад? Это ты склад? Считаю, рабочий склад. Или ты? Но он вообще сюда смотрит. А почему ты вот сюда смотришь? Объясни-ка мне. Режим очередь, запас, пропорции бесконечны. Почему ты? Почему никто другой? Так, чтобы я если что видел, знал. Годится? Что там еще надо было? Ага, подожди, опять же, предметы на рабочем складе недоступны. Усиленный бур. А вот и сегмент, кстати говоря. Боеприпасы, компоненты. Модули, склад. Ладно, подождите, дайте я разберусь, как это вообще устроено. А еще в меню можно свое лого выбрать, только почему-то оно у меня вот так вот сделано. Надо его побольше сделать размером. В следующий раз попробую это сделать. В общем-то, оказывается, склад выключил, его, кажется, можно так вот собрать. И вот именно к этому складу, который я украл у тех товарищей, и я его мог отдельно вообще сделать. Очень странно, либо мне его реально нужно было украсть. И теперь у меня есть как бы доступ, видите? Но из минусов мне пришлось вот эту штуку выключить, потому что она жжет энергию, даже когда стоит. А у меня энергия там ограничена. Вот этой батарейкой. Поэтому вот сейчас это сделаем и выключим. Так. О! А, прикольно. Так, и что? Ну, у меня как. А, вот у меня появилась броня теперь, эта синяя полосочка. Во, теперь заживем. Отлично, броня есть, есть базовое производство. Что еще для счастья надо? На этом мы эту серию закончим. Лайкайте, комментируйте, подписывайтесь. С вами был Алекс Трага. Всем пока. Не мешай, не мешай.